сорт томата «Королева ночи». Это сорт немецкой селекции. Вот такие вот красавцы томаты, как расписные. Темные штрихи, оранжевые. Вообще великолепный по красоте сорт. Это сорт среднеспелый. Кусты у него невысокие, примерно 70-90 сантиметров. Крепкие. И что интересно, куст полностью усыпан, как куст облепихи, этими плодами. Вкус у этого томата сладкий и есть небольшая кислинка. Вообще замечательный по вкусу. Плоды этот сорт завязывает и в жару дает очень высокий урожай. Сорт идеально подходит для выращивания в открытом грунте, но также его можно выращивать и в теплицах. Рассада у этого сорта коренастая, красивая, как и сами томаты. В разрезе томат четырехкамерный, очень сочный, мякоть красного цвета. Этот сорт подходит для употребления как в салатах в свежем виде, так и для приготовления соусов и для маринования, консервации. Этот сорт тоже великолепно подходит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.